Прошла встреча люберецких предпринимателей и городского прокурора в Центре Союза промышленников и предпринимателей. Цель сегодняшней встречи – встретиться, познакомиться, чтобы предприниматели задали свои вопросы, свои проблемы, свои боли, может быть, разобрать, для того, чтобы они почувствовали, что мы можем что-то тоже для них сделать. Вот. И чтобы они знали, что есть такой орган, уполномоченный по защите прав предпринимателей, куда они всегда могут прийти, обратиться, и им всегда помогут. Встречу посетил люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко. Предпринимателям рассказали о совместной работе с правоохранительными органами. За последние 10 месяцев 2023 года выявлено почти 2000 нарушений прав предпринимателей, из которых 500 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 63 к административной. Роль прокуратуры, она правозащитная в плане работы с предпринимателями. Если есть какие-то факты нарушений закона в отношении предпринимателей, вы всегда можете обратиться в органы прокуратуры, а мы уже, в свою очередь, теми полномочиями, которые предоставлены нам федеральным законом, будем стремиться эти нарушения устранить.